большим удовольствием и желанием мы приехали в город воинской славы Воронеж. По приглашению Управления Росгвардии по Воронежской области, по приглашению администрации Воронежской области, мы с удовольствием приехали сюда, чтобы презентовать именитый фотопроект «Герои России, какими их не видел никто». Я считаю, что с ней должны ознакомиться граждане Российской Федерации. Не обязательно это должны быть представители силовых структур. Это должны быть те люди, которые в душе и в сердце являются патриотами нашей Родины. И все искало государство, искало, что же у нас общеобъединяющая национальная идея. Это защита вот, действительно отечества, защита своей Родины. Вот, это самое объединяющее. Всегда уважали людей, которые защищали свою Родину, свой родной порог. Основная цель фотопроекта – показать сильных духом людей. И очень отрадно, что этот фотопроект посмотрели уже десятки тысяч человек, и среди них очень много молодежи.